Всех привет. Река Йордан, Рио Данубио, Руссия, водный путь. Сегодня забыли это поминать. И вот вы уже сломали. Конечно, пользуя меня. Граница Польши, блядь. Это не то. Никаким образом никогда не бывало. Вот еще другие вещи имел сказать, да. Вот граница Польши, те, которые у них были все время друзья из Польши, гостей приезжали. И та у кого-то великомаравские друзья раньше. Кажется, еще может быть. Вы уже сломали. А я с того хотел исправить геодезии. Терен. Возвращать хотел. Вот, извините. Ну, это органически, так что как деньги нету, нет, плохого скушать. Ну да, лето, когда я сегодня начинал делать красивые, и многие интересы здесь начинали проявляться, да. И, конечно, нашли все те они. У кого-то я... Ну, я был хороший сосед все время. Никого, никак. Никаком способом я не мешал. Наоборот, всех... Поздравлял, всех был отличный друг, так пытался. А много интересов получилось. Все время, каждый день 3 человека останавливали машины и хотели закупить. А я поставил, так красиво было, блядь, так красиво. Все то осветление, которое поставил, лет, ленточки здесь, везде. Так красиво получилось, блядь. Все мы... Вы меня сделали сломать. Все. Нашли вы, друзья, мои врагов. Вы стали друзьями с ними. Который, потому что хотел покупить. Который, потому что я его не нравился. Комплексов, может быть, был такой красивый. Парень, те меня слышали, как разговаривать. Все время я начинал говорить на ту бар для того, для другого. Все, что тот, чего там разговаривать, мы такие вещи, мы большинство из того, что он говорит, и не понимаем, блядь. Слышали вы, да. Для диалектику Хегела слышали, да, может быть, как-то. Слышал, кто не слышал. Латинские сентенции, все, что я вас учу, и ваши дети я учу тоже. Не разом объяснял. И за Диогена, и за Марк Твен, и за Робеспьер, и за Жан-Жак Руссо, и за многие другие. То у кого-то не понравилось, у другого то не понравилось, что я был красивый. Другие хотели закупить, третьи. И без деньгами забрать как-то, да. Нашли вы моих врагов и все вместе стали против меня. Это не трудно, так как мои врагов. Везде предателях имею в виду
родные. Они рады будут. И меня уничтожить, и имущество продать. Может быть, или кто-то забрать. Что будете делать, и вы не знаете. Кто? Ну, там, думаю, наших. Оля, конечно, вот. Это может быть шведы и финны. Норвегия, шведы, финны. И в тот, как это может быть когда день того, или когда ночь, а потом в Киеве что-то, да. Он там остановился. Балты здесь, да. Польша, граница, там что объяснял. Вот Маргарет Тачер где-то здесь, там. Великомаравские интересы тоже. Это может быть крак или что-то. Ну не было так границы Польши. Наоборот, то, что мы хотели использовать за того, как переделаем все выгодно для вас, а не для нас. Может быть лучше так, может быть лучше. Когда уезжаем, то как будете это делать? Здесь будет как крепость, та на спящая красавица, да, все будет уже, все получится так. А и долго, может быть, нет, потому что кто-то заберет и сделает на те, которые против меня играли. Вот тогда кто-то сделает что-то, и у них будет мещать на миллион раз больше. А те, кто против меня только что хотели закупить или забрать без деньгами, или те, которые хотели украсть и украли, и продать, все вы будете заплатить, конечно же, если у вас это понятно, что это, если не в частного, в общего, если не в общего, то в частного, а на самом деле духовное изражение тоже, вы знаете. Выбирайте хорошо вашу религию в будущее, как вы перед Господом Всевышнего будете, какое сообщение отправит, как у вас угодно будет после вашей смерти. И на та жизнь, которая у вас еще осталась, потому что у вас ясно, как вы за все это будете заплатить. Та санкция, которую вы нас поставляете, когда деньги берем от банка, да, та самая, которая против нас вы поставили раньше, будет для вами, как вы не хотите выполнять на новую.